Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья, рада приветствовать вас на канале Дачный рай. Сегодня 17 октября. Хочу вам показать метельчатую гортензию, которую сейчас могу предложить. Это голый корень, открытая корневая система, хороший выбор сортов, но количество каждого сорта очень ограничено. Каждую гортензию буду упаковывать в торф, в корневую систему. Листик по возможности весь удалю на момент отправки, то есть вы получите просто веточку с корневой системой. Сейчас ее можно присадить как в грунт, так присадить и в горшок. Это саженцы полуторагодовалые сейчас, то есть весной им будет уже 2 года. То есть для посадки самое лучшее, это, конечно, литраж горшка, кто выращивает в контейнерах, там от 1,5 литра до 3 литров. Либо высаживать сразу же в открытый грунт. Корневая система у них уже вызревшая, побеги у них уже все деревянные, вызревшие. Вот, такие саженцы, 1,5-годовалые. Стоимость саженцев будет 400 рублей. Отправка почтой с деком. За упаковку еще дополнительно плюсом 100 рублей к заказу. Отправка от 2 штук. Ну, то есть, от меня, думаю, что совсем нет смысла никуда отправлять. Вы больше на транспорт потратитесь. Стоимость таких саженцев сейчас осенью 400 рублей. Всего лишь 400 рублей за 1,5-годовалый саженец. Весной цена уже будет совсем другая. Поэтому, друзья, сейчас я вам покажу, какие есть сорта в наличии. Также эти сорта укажу в описании под роликом. Это сорта невысокие. Здесь получается литлы. Из литлов есть Little Passion, есть Little Blossom и есть Little Alf. Саженцы, у них уже была зимовка, причем зимовка у них была в открытом грунте, поэтому это уже у них будет 2-я зима, и они, конечно же, прекрасно перезимуют. Так, еще из небольших, из невысоких сортов это Petit Cherry и сорт Пинкачу. Так, дальше. Сорт Пёрдо Фестиваль. Вот так выглядит. Самарская Лидия. Мохито, Панфлора, Скайфол. Далее сорта Royal Flower. Prim Red с такой красной листвой. Из серии Garden Light есть еще сорта White Light, White Light и сорт Pink Light. Далее Pink Diamond, Pink Lady и сорт Mega Mindy. Так, ну еще из серии Magicalов: Magical Starlight, Magical Candle, Magical Matterhorn. Так выглядят саженцы. Magical Moonlight и Magical Kilimanjaro. Kilimanjaro вот такой небольшой. Вот, друзья, как видите, ну, здесь у меня получается упаковано по несколько штук. Распаковывать корневую не буду, показывать каждый, да, саженец. Если будете делать заказ, я вам уже, конечно же, покажу все. Но, повторюсь, каждый саженец будет упакован у вас отдельно. Корневая система будет упакована в торф, и сверху будет пленка. Так, друзья, вроде бы все сказала. Если какие-то вопросы остались, и заказ можно будет сделать либо на Viber, либо на WhatsApp. Номер тоже укажу в описании под роликом. Пишите, задавайте вопросы, какие вас интересуют. Но сейчас зимой еще пока еще грунт, как говорится, не схватился. Самое время сейчас высаживать все свои растения. Они отлично, они даже толком и не почувствуют. Почему? Потому что уже, видите, уже лист начинает желтеть.
То есть побеги уже готовы к зимовке. Корневая у них, повторюсь, тоже она там уже вызревшая. Вот, друзья, делаем заказики. Сейчас прямо буду очень быстро отправлять. На этом все. Всем пока-пока.